Ну вот готова такая вот вкусная пицца к воскресному обеду. Сейчас ее достанем. И готов уже вот такой вот вкусный хлеб с сыром и чесноком. Все эти рецепты уже выходили на нашем канале. Ссылки на видео оставлю в описании. Такая вот вкусная пицца с колбасой, маринованными огурчиками, морковкой. Лук здесь, сыр, конечно, и ароматный вкусный хлеб.